они после этого номера. Ну что, а дальше у нас первое награждение. Итак, знаешь, Вик, я никогда не встречала людей, которые так любят танцы. Так вот, у этого человека любовь к танцу, ну, просто безграничная. Встречаем Алексей Зеленков, которого мы награждаем диплом за безграничную любовь к танцам. Аплодисменты! Пару слов. Ой, даже не ожидалось, честно. У меня тут любви безграничной хватает и на танцы, еще тут вот на балласт. Ребят, спасибо, любите танцы, живите танцами. Потому что дыши танцем в конце концов. Без них никуда. Спасибо. Спасибо. Отлично.